Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у меня на самом деле очень радостный день, и хочу поделиться. Я купила очень много сегодня всего интересного, ждала зарплату, можно так сказать, чтобы порадовать себя какими-то мелочами, вот. И на самом деле очень много накупила, я сейчас пойду домой, все это буду разбирать, с вами делиться своими покупочками, этого я еще не делала. Это очень интересно, увлекательно, и у меня новое хобби теперь появилось, с которым я тоже с вами поделюсь. Что хотела сказать, иду я сейчас и размышляю о том, о счастье, в общем, размышляю о счастье. Что же такое счастье? Я себя просто чувствую себя очень счастливой, и иду и думаю, боже, какая же я счастливая, а что на самом деле делает человека счастливым? Наверное, вот эти какие-то мелочи, они составляют наше счастье. Знаете, когда люди зажираются, вот из моих знакомых или еще кто-то, ну реально уже вот плохо, я говорю, попробуйте, например, там не есть целый день, да, а вечером побалуйте себя какими-то вкусняшками, вы поймете, что такое счастье, да, если вы хотите пить, попробуйте не пить какое-то время, и когда вы возьмете этот стакан воды и будете пить, вы поймете, что такое счастье. На самом деле счастье в мелочах. И, девчонки, хочу вам сказать, чтобы вы чувствовали себя более счастливыми, более хорошими, делайте себе приятные покупки. Я знаю, что такое покупки и шопинг для девчонок. Парни нас не поймут, но это на самом деле очень круто. Я просто на таком сейчас позитиве. Столько всего, я на самом деле очень хочу с вами скорее поделиться всем этим. И вот что хотела сказать, да, что это плюс к «хочу быть стервой», к курсу, да, и многое другое о счастье, что счастье на самом деле в мелочах. И это легко проверить, просто поставив себя в не очень комфортные условия, а потом из этих комфортных условий, некомфортных условий выйти. Вот такая вот практика. И если вы вдруг почувствовали себя несчастной в какой-то определенный день, просто оденьте обувь какую-нибудь неудобную. Вот сейчас еще одно счастье, у меня села просто в машину, потому что я шла на каблуках. Каблук небольшой, но я не очень часто хожу на каблуках сейчас. И я прошла вот просто мега торговый центр, вот, ну просто вокруг, да. Я устала безумно, я уже иду и даже в магазине не могу ссориться, если мне что-то не нравится там, да, обслуживание или еще что-то там бывает, негатив выливаю, да. Я просто говорю, у вас стульчик, можно я сяду? Я сажусь и, боже, какое счастье я чувствую внутри. Вот, вот оно счастье. Все, кто хочет счастья, просто поставьте себя в некомфортную ситуацию. Девушки, оденьте неудобную обувь, выйдите раздетой на улицу. Конечно, это плачевно, вы можете заболеть, но все же, знаете, не покушайте, да, вот диеты. Кто на диетах, знает, что такое счастье съесть в определенный момент какую-то вкусняшку. В общем, вот так. И мне кажется, что те, у кого плохое настроение сейчас может быть, и вы не знаете, как его себе поднять, попробуйте, придумайте что-то для себя вот такое сложное, потом выйдете. Счастье. Ну или элементарный шопинг. Шопинг-терапия рулит. С вами была Селена Свей. Будьте счастливы, мои хорошие, и мальчики, и девочки. Я вас очень люблю. Пока-пока.